Із 23 по 25 червня у Дніпрі відбудеться перший міжвузівський інноваційний турнір. Аби взяти в ньому участь, не обов'язково бути інженером, дизайнером, аналітиком чи маркетологом, хоча таким людям тут будуть раді. Достатньо бути ентузіастом і жадати змінити інфраструктуру свого навчального закладу. Принаймні так я зрозуміла із анотації до події. Підтвердити чи спростувати мої слова може наша сьогоднішня гостя – це Олеся Мальована. Від неї будемо дізнаватися подробиці турніру. Добрий вечір, наші гості. Я так розумію, що ціль турніру – улучшить інфраструктуру вуза, да? Создати якісь продукти, які улучшать цю структуру. А чому її потрібно улучшати? Розказуйте. Прежде всего, мы сталкиваемся с тем, что студенты часто жалуются, что вот мы видим, мы ездим сейчас в Европу, мы бываем на таких вот программах, как Work and Travel, мы видим, как организована система образования за рубежом, и мы хотим, чтобы наша инфраструктура соответствовала, вот, собственно, тем, может быть, амбициозным желаниям, которые есть у нас. Мы готовы вкладываться в это, мы готовы решать какие-то проблемы собственными силами и готовы участвовать вот в такого рода конкурсах для того, чтобы, прежде всего, даже испытать, наверное, собственные способности в решении каких-то конкретных задач. Это будет конкурс проектов или да. идей проектов? Идеи да? проектов. Инновационный турнир, прежде всего, основали в Стэнфордском университете. Мы вдохновились этим форматом и решили испробовать его у нас в Днепропетровске. И стартовали с соревнования между двумя вузами, ДИИТа и Национального университета, для того, чтобы ребята в краткий период времени могли попробовать сгенерировать идею инновационного продукта, который будет улучшать инфраструктуру вуза, и создать некий прототип. Вот за эти вот два дня, когда они будут соревноваться. А конкретнее, вот в чем может быть помощь вузу состоять? Вот в чем конкретно какой-то, можете привести пример, как это может реализоваться? Ну, прежде всего, вы же уже смотрели, да? Прежде всего, да, студенческие команды, когда регистрировались, уже озвучивали даже некоторые свои идеи. Это может быть все, что угодно. Это может быть ключи доступа к библиотекам. Это могут быть оцифрованные базы знаний. Это могут быть карты расположения университетского городка, которые отслеживают определенных людей и их передвижение по студенческому городку. Это могут быть, я не знаю, интерактивные лавочки, да, с доступом Wi-Fi, а только тем студентам, которые учатся в этом университете. Вот. Ну, то есть достаточно разнообразная, обширная сфера, и ребята заинтересованы в том, чтобы креативить и создавать. То есть быть автором продукта нынче достаточно престижно. И таких людей называют сейчас стартаперами. Им интересно испробовать свои силы, поработать в новых командах, да, которые будут создаваться прямо на местах. Вот, и создать нечто, что будет помогать им же самим учиться и получать новые знания. Ну, это хорошо, вот идея, да, быть стартапером, это замечательно. А что получат в результате? Только лишь вот участие в турнире? Нет, почему же? Получается, что команда, которая победит в турнире, она получает право на трехмесячную стажировку в нашей инжиниринговой школе «Ноосфера», где они будут реализовывать этот продукт до рабочей модели. И если им будет сопутствовать успех, и они будут достаточно настойчивы в своем результате, в достижении своего результата, то этот продукт будет внедрен на территории вуза. Мы подписали соглашение с ректорами вузов, и они способствуют тому, чтобы эти продукты действительно были реализованы на территории Только наших учебных заведений. Нет, конечно же, предоставляют локации, предоставляют специалистов и менторов, профессоров и техническую базу университета для того, чтобы этот турнир мог пройти, и чтобы эти результаты были действительно достигнуты. Какой-то предварительный отбор эти проекты проходят? Да, или вот каждый желающий принес и уже участник? Участвовать могут все, но по истечению двух дней определенные люди, которые будут составлять экспертное жюри, будут отбирать проекты по результату их презентации. То есть все студенческие команды будут презентовать свои проекты, будут показывать то, что они успели сделать за два дня, и по определенным критериям получать баллы. Тот, кто наберет самое большое количество баллов, получит призовое как бы место, и эта команда будет реализовывать свой проект в процессе. А сколько команд, сколько желающих уже есть на сегодня? Сейчас это примерно 60 человек.
вот, с каждой локации. И я думаю, что это количество еще немножко увеличится до конца сегодняшнего дня, потому что мы отслеживаем, что регистрации растут. Только сегодня. А как о вас узнают? Я, ну, соцсети, понятно, да? Да. Достаточно? Соцсетей недостаточно. И важно то, что сайты университетов читают, их новости действительно... Студенты с ними ознакомились, да, и прошли регистрироваться именно с сайтов университетов и с сайта инжиниринговой школы. А вот как будет освещаться этот проект? Я имею в виду сейчас, вот зрители смогут посмотреть, или это будут только участники, которые... На этапе, вот когда мы генерируем идеи, когда мы работаем вот в таком краткосрочном режиме, мы снимем, конечно, видеообзор и покажем трансляцию с процесса уже финальных презентаций. А по истечению трехмесячного срока стажировки мы организуем студентский демо-дей, так называемый, на который мы уже пригласим средства массовой информации и попросим их, чтобы они осветили этот вот процесс. Ну, то есть это такой формат, я так понимаю, вот пришел и защищает, да, свой проект, презентует, да. Защищает, ну, в общем-то, как экзамен, да. Тогда судьи кто, подробнее скажите? Судьями являются представители и эксперты из сферы инноваций и технологий. Это прежде всего топ-менеджмент компании «Ноосфера», а также владельцы и основатели других компаний Украины, которые уже занимаются внедрением инженерных проектов и реализуют их. Вот. То есть... Ну, о количестве участников мы уже поговорили. А кто по специальности эти студенты? Это широкий спектр или это узкая специализация? Кто принимает участие, ну, в большей степени вот, в реализации подобных проектов? Сначала в генерировании, потом в реализации. Да. Команда может состоять из студентов с различных факультетов. Потому что создание самого продукта, оно требует менеджмента, оно требует, собственно, человека-креатора, да, того, который может быстро найти нужную информацию в сети или предложить свою идею. Нужны программисты, нужны инженеры, нужны дизайнеры, нужны маркетологи. То есть команда может быть достаточно разношерстная, но при этом они все будут работать на один общий результат. И это еще тоже является важным критерием того, насколько команда действительно может получить призовое место, потому что команда является одним из критериев оценивания. Насколько вы в команде сработались, насколько вы действительно умели слушать друг друга, прислушиваться к мнению, подкидывать друг другу идеи воплощения и работать в достаточно сжатых рамках. А они сами складываются в команды, да. Или вы их сами. Там, предлагаете друг другу? Сами, сами. Подбирают за тот срок, вот, когда да. Они регистрируются. Да. Да? Ну и, в общем-то, мы все, да, оговорили. Давайте еще раз уточним, когда, где и что нужно для того, чтобы еще успеть принять участие и что потом. Для того, чтобы еще успеть принять участие, нужно найти в соцсетях инновационный турнир, пройти по ссылке «Зарегистрироваться». И 23 числа на двух локациях параллельно, в ДИИТе-вычислительном центре и в Национальном университете в 9-м корпусе, будет происходить параллельно этот турнир. То есть вы можете присоединиться, пожалуйста, мы вас ждем. Ну и когда мы можем ожидать такое улучшение в инфраструктурах днепропетровских вузов? Я думаю, что к концу этого года уже вполне реально. Могут что, реализовать да, что-то из... Три месяца стажировки и три месяца на реализацию уже готового продукта, я думаю, будет достаточно. Спасибо, все понятно. Спасибо вам. Желаю вам удачи, пусть проходит все хорошо и находите новых успешных стартаперов, и пусть спасибо. Их проекты будут интересны. Спасибо большое. Спасибо за участие.